Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадырменді Қазспорт арнасының телекөрермендері. Футзалдан Европа чемпионатының көрсетілімін жалғастырамыз. Ресей мен Грузия құрамалары арасында кездесу. Ресей топтық кезеңде ұпайдан шашау шығармай 9 ұпайды түгел алған екінші команда бар. Ресей құрамасы 16-ші номерде Дмитрий Путилов қақпада, 4-ші номерде Артем Антошкин, Грузия құрамасы 1-ші номерде Звят Купатадзе қақпада, 2-ші номерде Шагиня. Ал грузины со второго места напрямую прошли на Евро. Их появление первым является в истории для чемпионатов Европы. И как раз таки повторюсь про новый формат, расширенный, 16 команд. Тиянақты ойнауда, қорғаныста да тәртіпті ережені бұзып жатқан жоқ, бірақ осы бір сәтте Сергей Абрамов сытылып шықты да соққы жасаған еді. Қолға қарай Сергей Абрамов арқылы Абрамов ортаға қарай ойысты да, бірақ соққы жасайтын мүмкіндік енді ғана туындады. Сергей Абрамовтың тепкен добын Звят Купатадзе әдемі Звят Купатадзе қайтарған жоқ екен, қақпаның бағанасына тиіп кеткен. Вот в такой позиции более привычно, да, смотреть. Сегодняшний матч Ниязов! 1-0 подкараулил. Не вышло подставить ногу там, но здесь теперь все зависело только от него. Время для удара было у Артема Ниязова. Еще раз смотрим момент. Антошкин! И здесь как раз-таки ногами из-под игрока своего Купатадзе выбивал. Шагинья был, и между еще попал Ранинью. И Шагинья сейчас. Артем Ниязов открывает счет. В этом моменте полезен, нужен. 2-19 здесь оказались рядом. Алессандро, Паулиньо. Ну вот Алессандро от отчаяния уже пытался ударить, прострелить. Да, потеряй! 1-1! Второй раз сработало! Бруно Петри! Не пропустили, не пропустили грузины. Спаслись. Второй мяч не дали забить. И вот оно. Казалось, да, бесполезность в первом моменте была в действиях Алессандро. И как четко они вдвоем с Шагиньем задействовали во втором. Отметил я вот только Шагинью. И как раз-таки при помощи этого футболиста состоялась голевая атака. Россия-Грузия 1-1. Андро Реденеле соққы! Алайда Дмитрий Путилов қорған қақпадан қиыс кетті. Сол аяғынан қай жасады да қақырата тепкен еді. Артем Антошкиннің аяғындағы допты қазір Ранинью шығарды. Ары қарай Купатадзе жетті де бұрыштамаға емес аутқа жіберді. Рабиньо орындайды. Бұл бұрыштама добын әуелете асырған пас. Иван Чишкаланың тепкен добы. Ресей құрамасы есепте қайтадан алды. 2-1. Аяғына да жақсы жатты. Осы бір жерде Звят Купатадзенің соққыны қайтаратын ешқандай мүмкіндігі болған жоқ. Қорғаушы. Қорғаушы емес, қорғаушылар Шагиня, Вильян Лауренцо үлгере алмады. Жие Сергей Скоровичтің командасы есепте қайтадан алға шықты. 2-1. Ощущение, что если бы Нанда выкрикнул, да, не стал бы. Путилов! Какой момент! Штанга! Ой, как здорово! Еще Путилов здесь действует. Мяч покинул пределы площадки. Я думал, именно на фол свистнул арбитр. Нет. Ну, мы видели саркастический, да, взгляд от Артема Антошкина. Ой, какой удар! Еще момент! Ну, здесь Путилов забирает сейчас эти аплодисменты себе. Ну, еще есть время у сборной Грузии до момента доводить. Дважды Путилов спас сборную России. Ну и здесь ошиблись. И без вариантов. Все. 3-1. Победа сборной России. И в футзале, да, работает правило. Не забиваешь ты, забивают тебе. Вот два момента. На месте оказывается Путилов. Выполнил свою работу. Даже не на 100, на 200%.
и получили в пустые ворота. Ну, сборную Грузии тяжело винить, да? В чем-то. Еще раз этот момент. Еще раз. Вот как пустые. Мягко. Аккуратно. Отправил Шкала. Сборная Грузии только похвала после матча 1-4 финала. Очень здорово они проявили себя в группе. Были в самой загадочной, да, группе, где абсолютно любая команда могла выйти. Ну, за исключением Испании. Все, это победа, и финальный свисток только закрепляет этот результат. Россия-Украина в полуфинале. Ну, а Грузии большой-большой рахмет от нас, от телеканала «Казспорт» за прекрасную сегодняшнюю игру.